Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу вместе с вами приготовить имбирные пряники. В кастрюлю добавляем мед, сахар, яйца, сливочное масло, мускатный орех, кардамон, корица, гвоздика, имбирь. Добавляем цедру апельсина или лимона. Можно и то, и другое. Перемешиваем и ставим на огонь. Нашу смесь разогреваем до полного растворения масла. Масло растаяло. Добавляем соду. Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Вот такое тесто получилось. Кладем в пакет и убираем в холодильник на 2-3 часа. А можно и оставлять на всю ночь. Достаем тесто из холодильника, отрезаем кусочек и раскатываем тесто толщиной 3-4 мм. Thank you.
раскатали, берем формочки и вырезаем. Выкладываем на противень. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 180 градусов. Выпекаем 5-7 минут. Вот такие пряники у нас получились. Даем им остыть. Печем следующую партию. Ну что, наши пряники готовы. По желанию можно их покрыть глазурью. Вот такие пряники у нас получились. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!